А в любой сфере деятельности от человека требуются глубокие знания и профессионализм. А в медицине, помимо этих качеств, важно человеческое милосердие, трудолюбие и забота. Но, как говорится, до Бога высоко, до врага далеко, а боль бывает так невыносима, что жить не хочется. В такие минуты и приходит на помощь медицинская сестра. Именно сестра. Ласковое слово, легкое прикосновение руки. Медсестра слегка подправила одеяло, душевно улыбнулась, и боль уходит. Медсестры детского отделения Кашхабльской центральной районной больницы в составе 4 человек – глубоко преданные своей профессии люди, чуткие, душевные, осуществляющие круглосуточно свою работу. В свой профессиональный праздник они получают искренние теплые слова благодарности. 12 мая отмечается День медицинских сестер. Хочу поздравить всех с этим праздником. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в их нелегком труде. В педиатрическом отделении надо быть не просто медсестрой, а еще няней для маленьких пациентов. Здесь свою любовь и заботу отдают медсестры с большим опытом работы. Сейчас они осуществляют уход за грудным ребенком, который временно оказался в тяжелой жизненной ситуации. На сегодня в детском отделении сложилась такая неодинарная ситуация, что ребенок остался без должного ухода, и этот уход взяли на себя медсестра детского отделения. Сейчас ребенок ни в чем не нуждается. Белла Дырбова, старшая медсестра детского отделения. Она посвятила себя этой благородной профессии. И в этот профессиональный праздник она искренне поздравляет своих коллег. Хотелось бы пожелать всем здоровья, достатка, благополучия, чтобы детки не болели, чтобы все было хорошо. Всем хотела бы пожелать благодарных пациентов, ведь их благодарность нас воодушевляет. Хирургическое отделение. Работа медсестер здесь тоже насыщена. Пациенты, больные люди, они словно дети, требуют повышенного внимания и заботы, особенно люди пожилого возраста. Обслуживание в этом отделении очень хорошее. Доктора хорошие, медсестры очень внимательные, обходительные. И желают только хорошего. Всегда подходят с улыбкой, выполняют свою работу очень хорошо. И в связи с этим я хочу поздравить всех, персонал всех медсестер хирургического отделения с их профессиональным праздником. Желаю им удачи в работе и здоровья. В хирургическом отделении на сегодняшний день находится 12 пациентов. За ними осуществляет уход слаженный медперсонал и опытные врачи. У нас в отделение поступил больной с многочисленными ушибами, травмами. И нам приходится в отделении ухаживать за ним круглосуточно. Мы за ним ухаживаем, капельницы ставим. Все девочки осуществляют уход и лечим мы его с помощью наших врачей. О медицинских сестрах нашей районной больницы и поликлиники можно много рассказать. Они этого заслуживают, и маленьким рассказом их не объять. Таких людей, избравших самую гуманную профессию, в мире стоит ценить.